На протяжении недели невесты узнавали онлайн, как сделать свадьбу по-настоящему особенной. На финальной встрече, которая прошла в ресторане «Нептун», не обошлось без важной информации. Благодаря дизайнеру Ксении Зельман, гости узнали о том, как нужно выбирать свадебное платье, и получили удовольствие от показа. Наталья Ерошкина рассказала секреты постановки свадебного танца и показала, как устроить флешмоб с участием взрослых и детей. В числе спикеров также была сама Наталья Ревука. Она рассказала о том, как проходит подготовка свадьбы, детально разобрала все этапы и поделилась своим опытом. Сегодня состоялась финальная встреча нашего свадебного онлайн-марафона «Воплощение мечты». Мы поделились огромным количеством информации для невест, говорили о трендах свадебного сезона 2020 года. Я думаю, что после нашего мероприятия многие невесты с легкостью воплотят свою мечту в реальность. Благодаря форуму гости получили важные знания для проведения свадьбы. Спикеры также не остались в стороне и узнали что-то новое у своих коллег.